Итак, друзья, нам только что поступили еще звонки, очень интересные звонки, главное, порекомендовали нам посмотреть фильм «Звезда» и фильм «Терминатор». Ой, боже мой, я думала, это вместе все «Звезда». Возьмите, пожалуйста, Анна, маркер и напишите «Звезда» — это номер 5, «Терминатор» — это номер 6. Друзья, ну а мы же переходим к рубрике «Очумелые ручки». Обратите внимание, та-дам, кто это? Кто это оставил? Это пиджак, друзья. Вот видите, написано «не уносить». Если серьезно, вот смотрите, какая штука. Обычно ведь мы как с вами складываем пиджаки, когда отправляемся в дальнюю дорогу. Ну вот, кстати, недавичи я столкнулся с этим вопросом и понял, что я и моя супруга, кстати, тоже абсолютно не умеют складывать пиджаки. Итак, друзья, как обычно складывают пиджаки, показываю. Обычно положили пиджачок, да, ну вот, чтобы... ровненько сложили его, кажется. Чтобы в чемоданчик, да? Что делают обычно? Один рукав загнули, второй рукав загнули, да? И затем раз вот так напополам. И как будто бы все прекрасно, ровно и ничего не помнется. Друзья, но это же неправильно. Посмотрите, какое получается. Во-первых, рукава точно будет мятый после того, как вы его достанете. Во-вторых, вот эта складка на спине, обязательно вы ее увидите. Оказывается... Давление на плечевой, понимаешь? Шов тоже, оказывается. Давление на плечевой шов. Так, это правда. Почему? Как избежать это давление? Это какая-то глубокая мысль. Итак, друзья, как же правильно складывать пиджак в дорогу? Внимание! Мы берем с вами и одеваем пиджак вот так на руки. Боже на руки. Мой. Дальше. Очень сложно. Очень сложно. Совмещаем швы плечевые. Вот идет. И один сверху так вот раз и перевернули. Да. Очень важно вот здесь лацканы, чтобы в итоге заправились внутрь очень четко. Слово-то таким образом, посмотрите, пиджачок аккуратно собран. Ну, можно его поправить. Далее, здесь, если что. Пополам его свернули и в свой чемоданчик его раз и положили. Таким образом, никуда давление не происходит, лацканы четко, и рукава тоже очень хорошо, пряменько вот так вот висят. Все, приехали, достали, и все готово. И уже не нужно. Два, хоп, пожалуйста, все, готово. Можно пока что обратно на вешалку вернуть его. Итак, ну что же, мы хотели вам рассказать о том, что можно сделать в выходные. Давайте именно это сейчас и сделаем, посмотрим.